минуты, когда начинаешь ощущать движение времени. Новый год приходит на смену старому. В эти считанные мгновения мы вспоминаем наши победы, огорчения, радости. В будущее мы берем самое хорошее. А как вы, ребята, научились ли вы соразмерять свои дела с бегом времени, давать оценку своим поступкам? В эти минуты ожидания вспомните, как вы учились, с какими пионерскими делами приходите к порогу Нового года, который объявлен Организацией Объединенных Наций годом ребенка. Вот вы, ребята, что сделали вы доброго и полезного в уходящем году? На адрес 95-й Свердловской школы постоянно приходят письма. Во всех одна и та же просьба. В нашей семье большое горе. Двое детей и оба поражены таким недугом, как слепота. Один 14-летний совсем не видит, а у другого 2-3% зрения. Очень просим вас выслать, пожалуйста, нам такие линзы. Будем очень благодарны. Я инвалид второй группы по зрению. Никакие очки мне не подходят. А так хочется читать книги, газеты. Очень прошу вас прислать мне линзу. До свидания, заранее благодарю вас. Вот они, эти линзы, которые так ждут люди, почти полностью потерявшие зрение. Четыре года назад начали ребята делать их на уроках труда. Делали сверхпрограммы по заданию Института глазных болезней. Чертежи разрабатывала лаборатория, а вытачивать опытные образцы обучал ребят специалист по оптике, мастер Терентий Григорьевич. Ну, вытачивают и вытачивают, скажете вы. Во многих школах на уроках труда делают вещи посложнее. Да ведь не в этом главное. На своих уроках ребята учились состраданию, способности прийти на помощь чужому горю. «Зорко одно лишь сердце, главного глазами не увидишь», писал Антуан де Сент-Экзюпери. Свердловские ребята научились видеть сердцем, а значит, не прошел для них год впустую. А как вы, ленинградцы? Что для вас стало главным событием года? В сентябре в Артеке проходили старты надежд. На эти соревнования съехались ребята со всего Союза. Судьям предстояло определить самый спортивный отряд страны. Здесь успех каждого зависел от подготовки всего класса. На старт вышли многие. Победа досталась 6-му Б 204-й школы Ленинграда. Досталось или завоевано? Как оценивают это сами победители? Когда мы приехали в Артек, у нас были такие радостные чувства, что мы выиграем. А вот когда мы увидели, какие ребята там, большие такие, сильные, как-то даже, ну, испугались немножко. Как выяснилось, напрасно испугались. Два года шли ребята к своей мечте. Упорно шли, целеустремленно. Наше желание класса и наших родителей, и, в общем, всего города Ленинград, наверное, сбылось. Игорь Петрович нам сказал, что мы выиграли, попали в десятку. Мы сразу заорали там, забегали. Потом немного успокоились, пошли купаться. Все, конечно, были довольны, брызгались. Но только тогда, когда утихла радость, поняли чемпионы, что их победа – это только старт в будущее. Да и тренер их, Игорь Петрович, теребит ребят, не дает только радоваться. Очень важно попасть в число 10 лучших дружин города. Много надежд на Лену у нас. Володя может попасть в сборную. Для того, чтобы летом выиграть, надо
сегодня бегать, когда холодно? Ну, если нет. Росик, вам надо побегать и на улице, да? Как следует. Вот набегаете, вот, километров где-то 100-150. Самый спортивный класс стартует в Новый год. Год предолимпийский. Школьница из подмосковного города Пущино Лейла Гайнулина. Что оставила ты на память уходящему году? Что подаришь новому? Мне природа оленьи глаза подарила, жеребеночью легкость ногам придала, и щенячий восторг, и собачью тоску в мою душу вселила, а взамен мое сердце в свой плен забрала. Читать стихи я начала давно. Мне очень нравилась речь, совсем смолонная. И я стала сочинять четверостиши, но эти маленькие стихи мне не нравились, потому что я не высказывала ту мысль, которую хотела высказать. Осень, у тебя характер странный, яркую, богатую царицей. Ты приходишь в утренних туманах с крупными слезами на ресницах. В дворцах твоих столы накрыты, ломятся под сочными плодами, но хозяйка часто так сердита, барабанит пальцами дождями. Мне приснился какой-то сон, я сейчас не помню, только помню, что или я, или кто-то пел этот романс под музыку, и были же эти стихи. Утром я все забыла, и музыку, и стихи, а потом вечером, я когда стала вспоминать весь свой сон, то я стихи вспомнила и переписала их на бумагу, а музыку я забыла. Вообще я везучка, скрывать я не буду. Мне радости много на свете дано. Подарки, поездки и вкусные блюда. И книги люблю я, и ясно кино. Но сердце особенно радостно бьется, и сразу на свете так весело жить. Какое-нибудь, если мне удается, хорошее дело самой совершить. Ну, по-моему, стихи писать для меня это сложно. Я даже не знаю, не могу сказать, нравится ли мне писать стихи. Стихи я как-то пишу. Стихи пишутся мне, не зависят от меня. В окне моем так много сказок, их мне рисует Дед Мороз. Как жаль, что многие поэты в домах от деда прячут нос. Ну а в лесу зимой прекрасно, там можно сказки собирать, стихи, поэмы и рассказы и детям дома почитать. Вот и шагнуло время через порог Нового года. Шагнули и вы вместе с ним. Стали старше, умнее. Ребята, о которых мы рассказали, обрели доброту сердец, умение побеждать, способность творить. Ну а вы? Что впишете вы в чистые страницы наступившего года?